Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Наша студия Гулям БТВ представляет новый проект. Беспрецедентный случай, когда мы снимаем видео с ребенком. И парня зовут Игорь Трубин, он здесь, прямо на экране сейчас. И наше шоу называется... Шоу 5! Мы не знаем, почему это идея, была идея его. И не имею отношения к этой ерунде. Так, мы начинаем наше шоу 5! Я не знаю, почему это так называется, если честно. Игорь, где? Не смешно. Заходи. Игорь. Так, что там? Что это было? Что-то здесь как-то... Может, он там за стул? Так, это что за месть? Так, мне это не нравится. Игорь, выходи. Все, Игорь, я знаю, где ты. Игорь, выходи. Игорь, выходи. Игорь. Игорь, нормально же? Ты что, тупой, что ли? Ты что делаешь? Итак, идет последняя минута матча. К мячу подходит Михаил Вербицкий. Пенальти. Удар. Будет ли удар? Михаил разгоняется. Удар. И что происходит? Михаил отталкивает и забивает гол. Игорь Трубин. Гол! А что дальше происходит? Игорь валит Михаила и бьет его. Бьет. Удар. Вот. И сейчас Игорь готовит. Что он будет делать? Что они... Так, военный парад. Честь очередного юбилея. Дня Великой Победы. Ура! 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 С Днем Великой Победы! Вот видите, что творится в нашей любимой стране. Молодежь не чтит наших традиций. Она ведет себя хамски по отношению к ветеранам войны. В данном случае по отношению ко мне. Это просто идет деградация нынешнего общества. Это время нового поколения. А смотрите, что мы получаем. Мы получаем беспрецедентную молодежь. Такого никогда не было. О, привет, как дела? Хорошо. Тебя зовут? Как твоя фамилия? Моя Миша Вербицкий, приятно познакомиться. Ты знаешь, подожди, я владею акциями Газпрома, ты бы хотел поучаствовать в нашем корпоративном вечере? Да. Хорошо, ладно, тогда пошли. Пошли, ты пойдешь? Ты Ha ha ha!
Итак, здравствуйте, друзья! Это интернет-магазин Михаил у дивана. И сегодня я рекламирую наручные часы. Михаил. Итак, что кто? Где ты был? На съемке. На съемке. Зачем? Уходи, парень, ты мне мешаешь работать. Ты чё? Парень, что? Ты как прошел на съемочную площадку, все. И Тамар на руч. Ты чё, парень? Иди отсюда, иди. Иди отсюда. Я рекламирую научные часы марки Карл Твайс. Иди отсюда, иди отсюда. Не мешай мне. Ребята, кто-нибудь берите его, оператор, блин. Так, о чем я остановился? Наручные часы. Карл Твайс, они очень практичные. Стоят 100 тысяч рублей. Не, да уйди отсюда уже. 100 тысяч рублей. Ну, можно, если у вас пенсионный возраст, то мы оформим вам скидку. Оформим вам скидку и продадим вам его за 75 тысяч рублей. Парень, кажется, не понял, сейчас милицию вызову. Сейчас я милицию вызову. Так. Ты мне дорвал сейчас? Так. Давай я тебя уронил. Давай. О, милиция, меня бьют тут. Милиция, адрес мне на 30 тысяч. Это бандюга! Так, приезжайте сюда, вот два наряда ОМОНа, пожалуйста. Это бандюга, вот я его и бью! Все, сюда выехали. Что? Ну ладно, ладно. Я уже мёртв, дурень. Я военный, я отборный, военный, я... Ой, смотрите на юг. Здравствуйте, вы тут продаете журналы, да? Да, 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 продаю. Так. А почём будет журнал один? Потому что все у нас купили. А сколько журнал один стоит? 100 тысяч. Это ограбление! Это ограбление! Я ухожу, спокойно. Ты что творишь? Я буду жаловаться в полицию. Я буду жаловаться. Это полиция, да, это полиция. Меня напали, меня напали. Я хорош, меня идет. Так, дорогие друзья, это был первый выпуск нашего шоу под названием «Шоу 5». В ролях были Игорь Дубин, Тамаши Рукой, и Михаил Вербицкий.
нашей рукой. А сейчас вы увидите не вошедшее в основной... Продолжение. Я завис. Удалить, надо удалить. Это уже не вошедшее. Ну ладно, пофиг. Итак, вы увидите, короче, сейчас неудачный дуб. Ой, Витя, хорошо. Хорошая погода. Да. Именем Российской Федерации я Михаил Вербицкий, и он Рубин. Завершаем наш первый выпуск шоу 5. Ждите новый выпуск.